Президент Садыр Джапаров в телефонном разговоре поздравил члена национальной сборной борца греко-римского стиля Абдулла Махмудова с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в городе Токио. «От всего сердца поздравляю с этим значительным достижением, ставшим результатом твоего упорного многолетнего труда и таланта. Ты еще молод и в следующий раз непременно выиграешь золотую медаль. Ты сегодня доказал, что являешься потомком великого Манаса. Не каждому суждено добиться серебряной медали на Олимпиаде. Такие достижения не часто случались в истории отечественного спорта, поэтому они чрезвычайно важны и ценны для всех кыргызстанцев. Миллионы наших соотечественников, затаив дыхание, следили за схватками, искренне болели и переживали. Мы ждем наших спортсменов на родной земле и желаем благополучного возвращения на родину», — подчеркнул глава государства. Президент Садыр Джапаров также пожелал дальнейших успехов Олимпийской сборной Кыргызстана, выразив убежденность, что и остальные спортсмены непременно завоюют высшие награды. Абжол, алейкум ассалам. Кут болсун медалин. Күмүш медалин кут болсун. Рахмат, садыр ожол. Эми ушу буга дагы ыраазы болуш керек. Бу да жаман эмес. Келечегиң алдыда, жашсың, Кудай буюрса, эмкиде алтын медалга жетесиң. Рахмат, садыр ожол, чоң рахмат. Азаматсың, молодец. Мына чыныгы ер азаматтыгыңды, чыныгы Манастын тукуму экениңди далилдедиң. Күмүшкө дагы баары жете бербейт. Молодец. Жакшы келип алгыла, Кудай буйурса келгенде тоз болабыз. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун, жакшы келгиле. Азаматсыңар. Баарына салам айт менден баарына. Духтарын көтөрүп койгонда.